как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом трава, это праздник с сединою на висках. Говорит Москва, по знаменованию победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы! Многие сыны и дочери нашей земли отдали свои жизни за свободу своей страны, за счастливое будущее своих потомков. Митинг, посвященный 73-летию славной победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. На торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине со дня победы над фашизмом, к мемориалу воинской славы пришли жители Басарабяски, школьники, военные, сотрудники полиции и самые почетные гости этого великого праздника – ветераны. В нашем городе их осталось всего четверо. На митинг смогли прийти трое. Среди них Иван Петрович Каваджи. Каждый год 9 мая он заново переживает события своей боевой юности. Я в Тишиневской группировке несовершеннолетним, я участник. Дошел камарад, Измаил, перешел Дунай, зашел в Румынию при полном боевом. Прошел Румынию с боями, прошел Болгарию с боями. В горах Балкан встретил победу. Я в обороне стоял, когда объявили победа. Всех присутствующих на митинге поздравили с праздником Победы первые лица города и района. Дорогие друзья, очень хочется настоящее и будущее поколение, чтобы всегда чтили и уважали этот важный день, 9 мая, и все, что за ним стоит. Поздравляю с Днем Победы и желаю в этот праздник мужества и патриотизма, гордости и подвиги наших дедов, искренней благодарности за принесенный ими мир. Пусть мы и наши дети не увидим страшных картин войны. Пусть никогда на нашей земле не прольются горькие слезы от потерь. В первую очередь хочу всех поздравить с праздником, с Днем Победы, с Днем 9 мая. Хочу пожелать нашим ветеранам, самое главное, крепкого здоровья, чтобы они еще с нами долгие годы шли в строю, и сказать им, что мы помним, мы гордимся, мы чтим то, что они для нас сделали. Я хочу сказать, что никому не удастся переписать историю. Эта история сделана нашими людьми, нашими ветеранами. И мы, молодое поколение, обязаны просто помнить и делать все возможное для того, чтобы этого больше не повторялось. Панихиду по всем не вернувшимся с полям сражений, погибшим в концлагерях и умершим в послевоенные годы ветеранам и труженикам тыла отслужили священники церкви святого Николая. Сами души раб твоих упокой, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Едино чистое и непорочное Дево, Бога без семени родшая, моли спасися душа, аминь. Война завершилась больше 70 лет назад, но ее отголоски до сих пор не дают покоя тем, кого она опалила своим огнем. Отец Веры Бояриновой погиб 9 февраля 1945 года. Но семья до недавних пор не знала о том, где точно он похоронен. За помощью дочь фронтовика обратилась к вице-председателю района Андрею Михайлову. А он, в свою очередь, подключил к поискам места захоронения Ивана Багрин других энтузиастов, и их старания увенчались успехом. Две недели буквально назад я получил все документы. Оказалось, что город Шнайдемель был в Германии, сейчас он называется город Пила и находится в Польше. И мы приложим все усилия, чтобы Вера Ивановна вот через 73 года поклонилась праху своего отца
который похоронен на территории другого государства. Вера Ивановна, получив на руки документы с информацией о своем погибшем отце, не могла скрыть эмоций. Я даже не знала, где он погиб. Знаешь, он погиб, а где что? Обратилась к Каушанскому военкомату, они дали, что он погиб. Я потом обратилась здесь, они нашли. Хочется поехать поклониться ему могилке. Среди тех, кто пришел в этот день на праздничный митинг, оказалось много горожан, чьи отцы и деды были участниками Великой Отечественной войны. Ой, это самый дорогой праздник для меня, потому что мой папа является участником Великой Отечественной войны. Уехал на фронт 19-летним парнем. Его мобилизовали в Макеевке Донецкой области. Прошел всю войну до конца. Поэтому я сейчас иду на кладбище к папе. Он похоронен после тяжелой продолжительной болезни. Умер. Ну, наш дед прошел почти всю войну. Призывался в Пермском крае. Был артиллеристом и закончил войну на Балатоне. Сколько много погибло людей во время войны. Будем всегда помнить и своих внуков тоже будем приучать всему этому. Вот сидит мой папа, он ветеран. Вот для нас это вся жизнь. Сегодняшний праздник, мы очень рады встречать его. И постоянно вместе все собираемся, отмечаем, празднуем. Все-все, вот внуки, правнуки, дети, мы все вместе здесь. Отмечать День Победы всей семьей принято у многих жителей Басарабяски. Поэтому на празднике было много детей. Ты с кем сегодня пришел на праздник? С мамой, с бабушкой, с дедушкой и с моими родственниками. Во-первых, это традиция с детства. Всей семьей всегда приходим на такой праздник. Отдать дань ветеранам, дань памяти, поблагодарить за то, что у нас есть мирное небо над головой. И за все хорошее, что есть в нашей жизни сейчас. В День Победы всей семьей мы проснемся утром рано и парад пойдем смотреть и поздравим ветеранов. Праздничный митинг по традиции завершился возложением цветов к мемориалу славы. И право сделать это первыми было предоставлено ветеранам. Зачем ты, солнце красное, все уходишь, укращаешься? Ой, зачем? После завершения митинга все жители и гости города были приглашены на праздничный концерт, посвященный 9 мая.